ты наверху был. И наверху был, ни хера себе. Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, с вами, как всегда, Алекс, и это режим, божественный режим ДМЗ, да, ДМЗ. Что я хочу сказать в этом ролике, мы быстренько сходим в Альмазер, украдем ящику каких-то рандомов, причем я буду тоже с рандомом, украду его, вот, потом пойдем к пироману, ну, я сходил к пироману, да, это получилось очень круто, в общем, мы захватим все ящики, а потом пришли зрители канала, да, говорят, а ты свободен, а давай в ДМЗ этот, в Кощей сходим, мы сходили в Кощей и еще за одним ящиком, в общем, вот так вот, ролик, три ящика, наверное, я не знаю, как его назвать. Больше я не видел, я видел в Альмазере обычный на поезде, который катается, мы его просто украли, и ящик пиромана, но там не все так просто, конечно. А особенно в Кощее было тоже довольно интересно, и да, я не знаю, сколько я резался, конечно. В общем, приятного просмотра, наливай, наедай что-нибудь вкусненькое, погнали. Добро пожаловать в Альмазер, у меня, что, о, рандомы есть. Паршар, короче, и кто там? Мечи Фичи, короче, вот. А, у тебя нету ничего, да, дружище? Надо ботов поискать тебе. Понял, я помогу, я сам так начинаю, Zero to Hero. Отдала бы пушку ему, не? Надо ботов найти. У нас тут могут быть челики однозначно. Фига себе. А я даже не понял, кто это. Кто кинул, это наш кто-то кинул? Или чужие на районе? Мне то искать особо тут нечего. Но мы в буре здесь с тобой. Да, только у меня ключа нет от цитадели, я их всех выбрасываю. Все выбрасываю. Не понял, это не цитадель противника. Цитадель у нас дальше. Опа, а что за ключ? Южная караулка, Рохан Ой. Опа, чуть-чуть проглючивает, чуть-чуть отбрасывает. Я так помечу, подожди, патроны. Патронов никого, ничего нету. Так, ладно, играем дальше. Играем, смотрим, что рандомы придумают здесь. Обычно ключи выпадают здесь из ботов. Но не всегда. Вот, некоторые пишут, блин, я расстраиваюсь, я проигрываю, здесь боты жесткие, здесь челики жесткие, ребята, да я в этой игре отдыхаю, просто отдыхаю, снимаю те прикольные вещи и отдыхаю, потому что если ты зайдешь в Тарков, там, где я играл, очень долго, очень часто, то, ну, я тебе серьезно скажу, это просто не вариант, наверное, вообще ничему. Вот, здесь как минимум отдых, просто отдых. Что это лежит? Пачка документов каких-то. Это просто отдых, это лайт, просто лайт по сравнению с Тарков. Поверь мне, там боты. Импортный чай я возьму, на ребризер меняется. А у меня не такие патроны-то. Химеру не надо путать. С ППшкой. Пошли на цитадель они, ну идите, в принципе, я... Я, если что, догоню, я здесь посмотрю, бинт. Может, здесь посылки какие-то, что-то есть интересное. Но здание какое-то максимально упорото пустое. Вот, на мосту могут быть. Я пойду, пожалуй, тут цитадель. А, цитаделька не открыта. Ну нет, подожди, он в цитадели. С какой стороны он зашел? Все уже. Пропуск цитадели я взял. Здесь уже все облутано, конечно. О, патроны я возьму.
Патроны — это то, что надо. Важные документы можно продать, но я не думаю, что мы до магазина сейчас... А, он отсюда зашел, понял. Там сейф ездит, тут что-то он смотрит, как-то замер прям. Прям непонятно. Мне непонятно это. Так, ну давай я, наверное, возьму инициативу. Вот здесь патроны есть, здесь доставка груза есть. Контракт, хоть что-то есть там. В принципе, там можно и на ребризер где-то что-то поменять. Я так думаю. Ну, почему нет, если да? Противогаз. Саморезик у всех есть же, у всех. Зеленый продвигается, синий медленно. Я как бы с ним, но это неправильно. Нам надо идти всем дружно. Здесь на мосту бывают рез пчелов. Пчелов. Просто пчелов. Вот, поэтому нечего расстраиваться, как бы игра. Есть игра, она для того, чтобы проигрывать. То есть в любой игре нельзя постоянно выигрывать. А, абсолютно нельзя. Нельзя постоянно точно стрелять. Я вот в ранке ты поиграл. Допустим, мне пару каточек хватило, потому что, ну, я остаюсь там сам. Здесь подсумок для брони. Это я синему пометил, видишь, он без подсумка бедный ходит. Вот, а сюда попасть, кстати, здесь хорошо можно подлутаться. Вот, аптечек что-то нету так. Возьмем. Ключ опять с припасами от хижины. Ну, да не, это не для меня. Как бы. Открою это, тут ящики. Так, броня есть. Куча всего в этих домиках. Так, ты что, броню взял? Смотри, видишь? Пришел, но видно, что новенький. Так, автомобильный аккумулятор, дымовая граната, провода. В принципе, это можно не собирать. Это все есть в Кощее. Ой, цель какая? Броню отдай мою. Говно, появились здесь. Я шел, смотрел, в уголочек не было никого. Аптечка, РПК. Задолбал. Я что, двоих убил? Да, походу и этого тоже. Вот, цель такая, накопить на пластиночке с броней. Возможно. И пойти, честно говоря, пойти вот... А, здесь магазина нет. Вот сюда вот. О, где станция покупок у нас ближайшая? Ого! Нет, туда идти опасно. Я бы туда не ходил. Исполнители противника взяли оружейный ящик. Координаты отмечены на вашей карте. Где? Ой, да не, вы чё? Это далеко, они уйдут. Они уйдут. Исполнители уйдут. У нас знак вопроса есть, но так как кто-то во второй броне, возможно. Возможно. Нам туда не нужно. Вот, я бы чай нашел. Ой, чай нашел бы. Жесткий диск нашел бы. Вот, деньги быстро не берутся, да? Игровая консоль. Нахер не надо. Жесткий диск и импортный чай у меня есть. Автомобильных аккумуляторов вообще куча, прикинь. Просто куча. Так, ну я думаю, противогаз, если что, все взяли, уже подлутали. У меня то есть какой-то. Можно через газ зайти тогда, в принципе. Нету, нихера нет. Я, кстати, не слышал, как она бежит даже. Ну, жесткого диска я не найду. Здесь явно. Теперь он не заспал.
Птичка, чё? Где ты появился, чудовище? Синий поехал на магазин, что-то купить хочет. Ящик у меня есть, это хорошо. Не, у меня есть, я могу еще взять. О, вот это я возьму. Видеомагнитофон, не, самореанимацию еще возьму. Вот, патронов хватит теперь, тут все уже, да, облутано. Так, ну ладно, импортный чай я тогда выкидываю, я беру бронепластины. Они могут закончиться. Вот, тогда можно через газик. Синий далеко ушел очень. Можно через газик пойти. Во! Вот что я хотел. Вот, и теперь можно пойти вот сюда, взять машину и поехать вот сюда. Вот, вот туда поехать. Все есть для этого. Давайте я вам покажу, как через газик идти. Эту отметку сниму. Чувствую, они здесь хотят задержаться, ладно? Давай задержимся, но они неинтересны. Якобы уже. Или они через воду все-таки хотят, но в воду я бы ребризер поменял. Не-не-не, ребята. Они пошли через воду, ну ладно. Зеленый хочет через воду. Вот движение. У нас здесь челики есть. И ящик есть. Алло. Блин, ладно. Я пойду. Кощей ушел. Видишь как? Ну, бросил нас. Синий здесь пытается. Здесь ящики, здесь враги. Эвакуируется. Блин, а у меня нету этого, да? Давай сюда! Давай сюда с ящиком! Блин! Нокнул! Нокнул! Сейчас добью! Сейчас добью! Братух! Ага, стреляет по мне, попадет, думает. Все, забрали мы ящик. Добро пожаловать в Альмадру. Так, в прошлой каточке стырили ящик, а еще поиграл со зрителями, значит. И стырили с Кощей ящик. Это видосик тоже вставлю, наверное, где-то здесь, где-то сюда. Мы очень далеко. Кстати, очень далеко здесь поезд едет. Кстати, я бы предложил бы его бы залутать. Вот, потому что у кого-то бруньки нету. Блин, с голыми руками быстрее будет добежать, наверное. Вот, у кого-то нету бруньки. Блин, ящики эти. Вот, здесь еще один. Я возьму броньку с собой. Вот, сейчас кому-то из своих дам. Здесь подсумок для брони. Здесь трофей.
короче, беру под сумок. Вылетаю с поезда. Там могут быть челики. А, наши нашли подсумок, все нормально. Вот, подсумок не надо. О, радиацию возьму. Радиацию возьму. Электрошокер бы взять, да? Ой, спасибо. Спасибо. Отомстили мне, да, я им броню нашел. Химерка просто класс. Просто чума. Химерка это. Это просто, это что-то. Это что-то. Химерка это что-то. Я что-то в Кощей уже больше не хочу идти. Как бы вот, после этого видео ты увидишь каточку с Кощеем. Да, давай. Блин, парашют хотел, ладно. Ладно. Давай данные сделаем. Да, давай данные. Давно не делали данные, кстати, да. И вон вышка. Сразу, мне надо ноутбук найти еще здесь. Тишина здесь. Саморесик бы найти, да? Во. Отмечаю самореанимацию. Не, ноутбук, наверное, на втором этаже все-таки. А, нет, вот. Ох, вы говнюки, а? Наспаунились тут. А где вышка? А вышка в другой стороне, нифига себе, где вышка. Так, саморесик кто-то не взял. Кто-то не взял саморесик. Это плохо. Это плохо, ребята. О, это ребята командные, сразу видно. Подождал туда-сюда. Саморесик я отмечал, почему-то не взял кто-то. У кого-то нету. И у ВС... ВСОЛИ, блин, нет саморез. Сесть в хэтчбэк я не хочу. Ты полезешь, ну ладно. А ничего, что диск у меня? Блин, а я не знаю, как оно работает. Любой может лезть или только у кого диск есть? Блин, передайте данные жесткого диска. Жесткий диск я-то брал. Я нашел жесткий диск этот сраный, ладно. Все равно поднимемся отсюда, можно будет на аэропорт. Вот там БПЛА какое-то, что-то летает уже. Это уже... Ага, может и он, да. Ультра-1, прием хороший. Держите периметр до окончания передачи. Я как раз хочу сюда, здесь осмотреться. Ага, понял. Главный Ультра-1, разведка подтвердила присутствие. О, там босс. Босс, я босса этого еще, честно говоря, не делал. Главный Ультра-1. Отличная работа. Вертолет прилетел какой-то. Ультра-1, ударный вертолет противника летит. Это боты. Это боты. Я машинку хочу взять. Боссу заехать. Хочу на босса посмотреть. Или он босс? Он вот там на вышке сидит. А я не помню, можно ли подняться туда. Машина говна, конечно. Кто-то стреляет здесь? Или мне послышалось? Помощь. Тут внизу кто-то есть. Офигеть. И наверху был. И наверху был, нихера себе. Иду сюда.
1, ваш отряд разделился. Рекомендую держаться вместе. Еще один, охереть! Это броня лучше, наверное. Кто что хочет? Встать хочет? Давай. Ящик возьму. А что у меня за мешок такой? Я же хороший брал. Где? Ну я всех здесь перебил, да. А что у меня рюкзак такой? А, это надежный рюкзак. Интересно. Интересно, надежный рюкзак. Так, хорошо. Заперта диспетчерская. Так, я могу наверх, наверное. Я нормально команду наделал сразу, да? Здесь никто не сидит еще? Не. А где мои? Веслоу там. А здесь эти... Опа, они открыли. Опа. Мне надо ящик. Сейчас я его уложу. Вот и нет пиромап. Ящик мой. Ящик мой, это будет видео про ящики. Так, мне брони бы на самом деле. Здесь подсумок для брони. А уже не надо никому. Саморез, тут ничего нет. Здесь подсумок для брони. Вот, теперь можно на выход идти. Пиромана больше нет. Все. А брони нету ни у кого. Пластинок броньки. Подсумок мне нахер не надо. Не, пластинок нету. Надо на магазин идти. Пускаться так я не хочу. Сундучок, я чувствую, заслужил этот. Один ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Да какого хера я задолбался вас поднимать? Брони нет. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Охереть. А, они ресаются, все. Я отмечаю выход. Отмечаю зону эвакуации. А где моя тачка, блин? А че вы туда полетели? Ай, вы ж взяли пиромана. Первый раз. Понял, у меня брони нет. Все, крыса всех переубивала здесь. Поехала на выход. Так, а где мой веслой? Я вижу веслой. Да нахер броня ваша. Поехали, и этот ящик заберем. Будет видео про ящики, а? Они хотят на этом вертолете улететь, офигеть.
не знаю даже. Моего там убили. Ой, 1700 метров, а что ты там делал? Охереть. Блядь, а как вы перекинулись уже? Ладно, я чуть не достал, надо было просто самому уезжать, потому что здесь, ну, ты видишь. Здесь полный... Я не знаю, зачем они на ботл пошли, если у нас ящик, очевидно, что к нам придут со стороны, еще кто-то придет. Ну и моя команда, которой я сказал, о, команда в начале, класс, саморисик тому, туда-сюда, вышечку. Она не пошла туда, они видели, что я стругал там челиков, понимаешь ли. Один пошел вообще, бог знает куда, и откис. А второй даже был гораздо ближе к нему, конечно. Там у него метров 300-400 было. У меня тут 1800. И он не резнул его, он свалил на вертолете. Еле-еле свалил. А смысл? Я не понимаю. Я просто не понимаю. Что говорили в этом? Там, где отмечено желтеньким, там плюс один вставлен. А второго нет. Нокнул одного. Забрал одного. Игроки рядом. Сзади. Сзади они там. Кидаю ЗВБ. Размещаю клейма. Олег, блядь, поставь броню. Чё, босса нет? А, осталось только один, значит. Босс на мне, босс! Есть босс. Я хилюсь. Надо подлечиться. А! А! Меня босс пришел кулаками бить.
что? Да. Фух, у меня патронов, наверное, не хватит сейчас. Сзади люди. Понял. Мины, я же разминирую. Лёжа, вот они. Я же тебе сказал. Аккуратно, мины. Ползком. Мины, я ползу, там снайпер сейчас будет стрелять. Бля. Накоцал босса, хорошо накоцал. Аккуратно, мины. Хилюсь, накоцал еще. Две тысячи опыта есть, забрал его. Виктус, не надо боссов. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Главное, ультра-1, ветер в районе усиливается. Рекомендую эвакуировать. Ребята, я дверь открываю. Идем. Алис, мы лежим. Да куда? Вот. Ты будешь жить, дружище. А чего вы легли? Тут саморезы есть. Я могу дать. Держись, я с тобой. Чего вы легли, ребят? Отдыхаем, устали. А вы ящик взяли? Я решил взять, не знаю почему, зачем. Ну все, тогда на выход надо нам. Блин, патронов нет. Я заблудился, не знаю где. Здесь мы. Вот ботов тьма. Ёлы-палы-то. Побежали, короче.
давайте пробежим, потому что это будет жопа. Надо подлечиться. Ребят, я пробежал. Вы как? Вы где? Давайте, пожалуйста, там лестница. Очки у всех есть? Ты вызвал лифт, не? Ага, вызвал. Прикрой, пожалуйста, пока я резаю. Все, погнали. Так, ну что, ящик взяли вы, да? Да, ящик у нас. Ну и все, и нормальная каточка. Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. А если твоя крыса с глазами, это кошмар просто. Нормальная крыса у меня. Ну чё ж, у меня глаза бегают, а это значит каточка. И все три каточки вышли довольно неплохие. Глаза шевелятся, это значит хорошо. Это значит крыска еще выжила. Кролика, бедного кролика, я один раз замочил. А потом мой тиммейт, да, зритель канала, замочил еще на лестнице. Я не знаю, почему нас преследовал только кролик. И остальная команда не преследовала, но я думаю, что ребятам приятно, что у них есть ящик теперь, да, часто там терялись, там и я могу потеряться, да, хотя я и ходил Zero to Hero туда, но, да, но там потеряться тоже можно, даже если изучил уже все эти входы и выходы. В общем, это теперь типичная среда обитания моего персонажа, моей крыски. В общем, с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого. Увидимся.